Друзья, привет! Я очень рада приветствовать всех участников конкурса. Спасибо всем за ваши заявки, за ваши яркие, классные номера. Я хочу сказать, что действительно очень много талантливых ребят, но, к сожалению, всем первое место не присудить, поэтому сейчас разберем одни из самых ярких номеров, и я вам расскажу конкретно о них. Участник Макар Ефимов. Очень яркий, талантливый мальчик. Действительно зажигает сцену, понимает, что он там делает, понимает, какой месседж он несет зрителю. И это очень чувствуется. Молодец, так держать, успеть. Елизавета Нестеренко. Очень уверенный вокал. Хорошая, артистичная, сильная участница успехов и побед. Джаньярова Кира исполнила одну из моих любимых песен «Зомби». Отличное исполнение и сделала йодли, великолепное владение техникой йодль. Очень чистый, хороший голосочек, молодчинка. Ну что, следующая участница Анастасия Головата. Запомнилась ярким выступлением с бэндом. Молодец, ярко, красочно, качественно. Все эпитеты, которые приходят в голову при воспоминании выступления Насти, очень-очень хорошо, молодец, так держать. Ну и, конечно, джаз-вумен Гончаренко Александра, которая исполнила джазовую композицию со скетом. Я очень оценила то, что хорошо чувствует ритм, интересная импровизация, но пожелания на будущее, отправляйте, пожалуйста, видео в хорошем качестве, потому что это очень сбивает, и хорошее качество видео все-таки только в плюс.